Что такое «фарцевать по-мелкому»? Значит, искать и выцеплять иностранцев. А где их выцеплять? У гостиниц, хороших, интуристовских, вроде «Метрополя». Ребят-фарцовщиков, которые ходили-бродили перед гостиницами в поисках товара и купца, то есть утюжили землю, так и называли «утюгами». А потом в гостиницу надо было войти. Что было сделать не так-то просто. Советского-то человека за версту видно. Поэтому применялся трюк с переодеванием. На шее вот такой фотоаппарат, туристический. Под мышку иностранные журналы. И самое главное, шапка-ушанка с красной звездой. Такую точно ни один русский не наденет. У входа в гостиницу таких чудиков видели много. И все такие, ну, в шапках-то ушанках, были приезжими. Ну вот, прямо в гостиничном лобби условный прилавок фарцовщика. Без денег вполне можно обойтись, если умело чинчевать. Чинчевать от английского слова change – обмен. Мы им коньяк армянский, они нам галстук американский. Мы им часы командирские, они нам духи французские. Мы им икру черную, они нам изделия табачные. Change? Do you want to change?